Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о теплице арочной шириной 4 метра, длиной 9 метров. Состоит она из трубы профильной 20 на 20, толщина стенки трубы 1,5 мм. Покрашена в порошково-полимерную покраску белый цвет. На данный момент ведется сборка каркаса. Арки состоят в виде ферм. Устанавливаться будет на трубу и привариваться. После сборки каркас будет стягиваться и устанавливаются торцы. Здесь производится сборка торца. Поликарбонат используется Селикс премиум. 15 лет гарантия от производителя. Видео предоставляет компания Уральская усадьба. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки. За репосты отдельное спасибо. Вот мы торец прикрутили к каркасу теплицы, но еще не утягивая. По краям торца мы видим укрепительную резинку. Устанавливается она для наиболее лучшего прилегания поликарбоната и чтобы как можно меньше поступало продувание воздуха в теплицу. Каркас мы собрали, прикрутили, каркас у нас готов и приварили к основанию. Предварительно зачистили и в конце обработали краской, чтобы в дальнейшем не возникала коррозия и ржавчина не появлялась нигде у нас. Монтаж теплицы арочной 4 на 9 закончен. Поликарбонатом мы перекрыли, натянули. Снизу поставили профиль от продувания. И чтоб мусор не задувало соты поликарбоната. В теплице установлены две фрамуги верхние. Малое проветривание и большое. Один торец. С правой дверью, другой с левой. Дверь фиксируется вот так на крючок для проветривания. Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители. Подписывайтесь на наш канал Уральская усадьба. Там узнаете много полезного и интересного про теплицы. Сегодня у нас 14 января 2017 года. Скажем о теплице, которую построили сегодня. Это у нас арочная, шириной 4 метра, длиной 9 метров. Значит, каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 20. Окраска полимерно-порошковая, светло-серый цвет. Арки у нас выполнены в виде ферм. Поверху идут двойные прогоны усиливающие. Торцы у нас также сделаны из трубы 20 на 20.
теплице установлено две коньковые фрамуги. Диагонально их разместили. Двери разрезные, дверь форточка с обоих торцов. Поликарбонат 4-миллиметровый, 0,8 плотность. По низу кромка поликарбоната защищена торцевым профилем. Также установлен резиновый торцевой уплотнитель. Места, к сожалению, у нас тут мало. Общий план сделать тяжело. Как-то так. Сама конструкция у нас установлена на трубу. Большая труба, диаметр миллиметров 200-250. Ее готовил клиент. Мы просто приварили теплицу. Приварили, почистили, покрасили. Стоимость данной конструкции с монтажом и доставкой почти 93 000 рублей.